Привет, ребятки! Вот и снова видосик по Danger Zone, по опасной зоне. И сегодня мы с вами опять же поиграем на этом прекрасном режиме, моем любимом теперь в CSGO. Вот. Сегодня, значит, в видео я постараюсь ставить два топ-1, ну или хотя бы один точно будет. Поэтому, если вам интересно это будет посмотреть, то... Если вам вообще это интересно смотреть, то... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а я жду, пока закончится эта разминка. Итак, вот уже заканчивается разминка. Я, как всегда, тропаюсь на свою любимую точку. Это Lighthouse. И прямо рядом со мной громуса пацан. Это очень плохо. Так, на Lighthouse у меня будет парашют. Так. Я постараюсь, конечно, убить. Хорошо, если я найду оружие. Я сразу пойду его убивать, а у него, скорее всего, тоже будет какой-нибудь пистолет, типа там Зевс или что-нибудь, потому что на этом подъеме всегда что-то есть. Я сразу, прямо сейчас не двигаюсь, наверх. О, большой ящик. Главное, синий ящик сразу найти, и это будет просто прекрасно. Вот рядом со мной еще один высаживается пацан. Так, красный ящик большой, я его взять никак не смогу. Мне нужен какой-то инструмент. О, найс, все, я пошел брать и сразу убью его. Ой, это очень хорошо, вот мне очень повезло. Так, сейчас я его и заберу. По 90, еще сейчас патрончиков налутаю. И вообще будет с писем. Так, главное сейчас не зафейлить и его быстренько убить. Так. Он наверху сейчас, да? Сука, он взял парашют, тварь, блядь. Помойка, блядь. Пошел нахуй. Я убил его, все, ребят, найс. Это очень хорошо. Минус один есть. Так, это хорошо. Так, денежки. И парашют все-таки я свой заберу. Парашют я свой заберу. Так, ну и все, давай пойдем. Давайте тогда уже пойдем. Так, давайте на пикник. На пикнике никто не дропался вроде, да? На пикнике вроде никто не дропался. Сука, парашют не раскрылся, он падла, блядь. Так, давайте лучше с той стороны обойдем. Так будет быстрее. Так. Сука, Мишка ушел. Соло как-то хуевее, конечно, играть. Так, ну, в общем, ух, блядь, что-то вообще последний сегодня что-то со СВ на серверах, я, блядь. Так, ага, вот еще пистолет. Так, и что здесь у нас? Я лучше ТГ-9 возьму. Ну, хотя, ладно, ТГ-9 лучше все равно. Надеюсь, сейчас парашют раскроется. Угу. Обязательно, блядь. Вкалываем шприц. Все. Одного пока хватит. До 100 хп он остановит. Ну, это вообще пиздец полностью. Чё со своей просто? Он очень дико скачет. Так, блядь, как со... А, дверь есть. Что за бред просто? Я, блядь, херея. Так, пистолетик? О, найс, так найн. Куда? Вот это делался, сука. Ну ладно, похуй. Так, нас осталось 10 человек живых. Так, нас осталось 10 живых. Это хорошо. Точнее, как бы это не хорошо, это как бы плохо, но... То есть, ну, хотя бы 10... О, желтый ящик. Так, бомба. Бомбу надо взять. Убил. Отлично. Просто найс. Я еще минус дал. Так. Че, у него сколько в бизоне было патронов? 14. Хорошо. Хорошо. Это будет уже лучше, чем мои. Нисколько. Хотя, у меня же пока есть тег, да? Так, и шприц тоже. Ой, бля. Нет, так я возьму и заберу свой петух обратно. Так. Пока здесь бомба запланчу. И побегу. Бля, я даун. Так, а еще я закину вот этих вот штучек тут. Все, найс. Я закинул штучек этих. И быстренько надо уходить. Так, если что, я уже готов. Армор. Ну, у меня уже есть. Так. Все. Взрываем.
мне бы, конечно. Ага, смотрите. Мне бы сейчас, конечно, нужны патроны. Так, молотов. Тут, скорее всего... Ну, тут, да, тут все золото, но я даже не пойду к краю зоны, я сразу, пожалуй, туда вот стянусь. Так, надеюсь, в этом доме будут. Ага, здесь уже тоже дверь открыта. Так, и, сука, падал, блядь, патроны забрал. Это очень плохо. А давайте-ка, знаете, сделаем сюда. И две пары патронов заказываем себе. Так, все, найс. Так, ждем, пока нам приедут сейчас наши патроны. Пока к нам приедут наши патроны. Так, вот они уже подъезжают. Надеюсь, меня сейчас никто не убьет. А, есть аэродроп? Ага, аэродропов нету. Так, первый пошел ящик. Так, мои патроны. Давайте, давайте, лутаем быстренько. У меня где-то сейчас 36 патронов, да, должно быть вроде? Да, 36 патронов мне должно быть сейчас. Ух ты, тут уже зона к нам отходит. Все, тогда быстренько уходим отсюда. У нас вообще на петухе. Ага, в центр заруба. В центр заруба. О, аирдроп. Доме. Так. Надо его по-любому убивать. Ну, вроде спрыгнул, да? Так. Вроде бы спрыгнул. Скорее сидит здесь, да? Чё за лазер? Там чё, ещё одна турель. Так, блядь. Так, нас... 5 человек осталось. Обычно вкалывать всё шприц. Быстренько там хилимся. Так. Зона... Ага. Я, наверное, сейчас к аэродропу побегу. Всё, давайте я к аэродропу тогда побежал. Два ящика, но они нам не нужны. Где аэродроп упал? Вот там вот в воду. А, еще не упал. Так. Вот я здесь, кстати, был, вот здесь, в самом начале игры. Когда тут выпал. Вон. Ну, в смысле, да, он выпал, вот. Ага, аэродроп. Все. Надеюсь, больше к нему никто не пошел. Авик. Так. Что здесь? У нас дробовики. Так, авик. АВП. Три человека осталось, надо как-то отыграть. И два патрона. Убил. Так, я заказываю все патроны. Так. Так. Осталось два человека. Там заложник. Там заложник. Хорошо. Давай патрончики. Быстренько сейчас надо залутать мне. Так, 4 патрона, это очень отлично. Ну где, блядь? Опа. Тихо, тихо. Пусть не перестреляют друг друга. Так. Найс, один в один. Сука. Убил, найс, топ-1. Топ-1, ребята. Ладно, в принципе, погнали в следующую катку.
А вот нет, ребята, следующей катки не будет, потому что я решил сделать это видео коротким, потому что прошлые два видео были по 15 и 20, почти даже 30 минут. А это видео я решил сделать всего 10 минут, и один топ-1 в следующем видео будет две игры, минимум там топ-1 точно будет, и еще минимум топ-5, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Всем пока!